morning, Ganji. Your car color is the same as my чемодан. Тут машина одного цвета с моим чемоданом. So, как себя чувствуешь? Отлично. Куда едем? Едем дальше. Куда? Иди туда, не знаю, куда. Пока еще не знаю. Еще не открыли карту. Сейчас откроем, поймем. Nerves up in knots. Karma keeps me cautious, and bourbon keeps me brave. And just a little too honest to believe that I am saved. But I am still. Angelica. И видами, и днем, и хорошим настроением. Drinks. Oh. Вернемся, okay. Пока мы тут. Где тут Масур есть? Ой. Так не тормози. Мы хотим вернуться в ту тюрьму, которую мы нечаянно проехали. Я не хочу вернуться в тюрьму. Ну там. В тюрьму звучит громко, конечно. Я не очень хочу в тюрьму. Я не была, возвращаться тоже не очень. Но мы возвращаемся, тем не менее. Давайте посмотрим. Вот оно. Такие интересные виды тут. Это я вам показывала со стороны
пассажира. И вот такая тюрьма. Форт Зион. Вот он. Видите, сейчас мы посмотрим, что тут такое. Какое-то очень своеобразное местечко. Анжелика идет в тюрьму для девственниц. Дороги. Вот она. Virgin Jail. Сейчас мы узнаем, что это такое вообще. Вот там, за тюрьмой для девственниц, вы видите Wild Ass Salon. Это салон сумасшедшей задницы. Внутрь нас не пускают. Вот это гостиница девственниц. Hotel Virgin. И вот такой вот интересный банк. Я думаю, что это Old West. Привет, друзья! Мы находимся на форте, который называется Зион. К сожалению, то ли раннее утро, то ли сегодня нерабочий день, но все тут закрыто. Тем не менее, мы можем посмотреть снаружи и узнать, что же это такое. Что можешь сказать? Я тебе хочу попросить. Что можешь сказать об этом месте? Сказать я ничего не могу хорошего. И плохого тоже нет? Плохого. Попытаюсь танцевать, как Анжелика. Не помню. Мы находимся в женской тюрьме. Вернее, не в женской, а в тюрьме девственниц. Место называется Форт Зион. Очевидно, это какой-то Old West. Но то ли сегодня, то ли еще раннее утро, и все тут закрыто. Поэтому мы посмотрели снаружи и отправляемся дальше. Погода отличная, солнце светит. Мы собираемся сегодня посмотреть национальный парк Зион. Давайте с нами, наслаждайтесь днем, наслаждайтесь Америкой. Мы проехали вчера всю Калифорнию. Мы захватили Лас-Вегас в штате Невада и пересекли Аризону немножко по углу по карте и ночевали в штате Юта недалеко от национального парка Зион. В следующем фильме мы встречаемся в потрясающем национальном парке Зион в штате Юта. Посмотрите, это потрясающе. Смотри, гора какая. Смотри, какая гора. И речка горная. Просто супер. Спасибо, Анжелика. Вау! Мы еще не знаем, сколько мы поедем, как далеко и сколько много, и сколько мы